По состоянию на октябрь Пушкинский район к встрече зимы был готов не полностью. Для борьбы со снежными завалами на равных собственных сил не хватало. У Пушгорхоза из необходимых 30 единиц техники была только половина. Тем не менее, последствия первых ноябрьских снегопадов удалось убрать существующим арсеналом. В период обильных снежных осадков коммунальщики переходят на круглосуточный режим работы. По регламенту сначала проводят уборку снега на тротуарах и дорогах, затем обрабатывают противогололедными смесями, после очищают до асфальта. Время действия реагентов – 4 часа после нанесения. За этот срок они расщепляют лед. Сотрудникам коммунальных служб остается только убрать и вывести грязную кашу. По технике задействовано, сегодня ночью было задействовано 4 трактора МТЗ, 2 мини-погрузчика, 1 КДМ. И погрузчик, который грузил пескосоляную смесь на пескобазе. Основные – это обеспечение дорожно-транспортного движения по автобусным маршрутам, а также пешеходные зоны. То есть основной поток – это у нас Московский проспект, Дзержинец, центральные улицы с большой проходимостью. Первую снежную атаку город выдержал. С 20-х чисел ноября и вплоть до Нового года синоптики обещают регулярные снегопады, так что сейчас коммунальные службы могут сделать небольшую передышку, восстановиться, укрепиться силами союзников и встретить зиму во всеоружии.